Здравствуйте, на моей кухне пополнение, это мини-печь GF023. Это многофункциональная электрическая печь. Но она, конечно же, по своему внешнему виду напоминает микроволновку, но здесь применены не СВЧ-волны, а инфракрасное излучение. Печь я уже хорошо прогрела, и она у меня включенная была 20 минут. Конечно же, от нового всего был небольшой запах, и с задней стенки прошел чуть-чуть дымок. Но все закончилось, я не успела сильно испугаться. Вот в такой яркой коробке она пришла ко мне. Объем печки 23 литра, мощность 1500 ватт. Комплектуется печь вот таким подносом, вернее противнем, решеткой для гриля и ручкой-держателем, чтобы удобно было извлекать. К печке идет инструкция по эксплуатации. Она небольшая. Печь имеет режим конвекции, работа вентилятора очень тихая. Когда включается печь, загорается яркий свет внутри, и он светится до окончания работы печи. У прибора механическое управление. Это вот такие удобные ручки, регулировка температуры. Режим работы, гриль, верхний, нижний тен, верхний, нижний тен и режим конвекция. Это значит два тена, верхний, нижний и вентилятор. Режим конвекция здесь можно применять при запекании, выпечке, так как равномерно распределяться будет вот под действием вентилятора, воздух будет обволакивать продукты и, естественно, будет равномерное прожаривание. На режиме конвекция работает тихо. И последняя ручка – это время включения. Максимальное время работы 60 минут. Этого вполне достаточно, чтобы приготовить что-то. Верхняя часть печи нагревается, но не сильно. Руку держать можно. Сбоку же печь остается чуть теплой. У печки достаточно высокие ножки, 2-сантиметровые, и они на резиновых подставках, поэтому печка стоит очень устойчиво. Стекло у дверки не двойное, но достаточно такое толстое. Конечно, двойное было бы лучше, но учитывая цену этой печки, это нормально. Ручка хорошая, не нагрелась она. Пластмассовые ограничители. И при закрывании дверка мягко закрывается. Размеры печки. Длина 490 мм, ширина 367, это 36,7 см, высота 325 мм или 32 см и 5 мм. Вес 6 кг, мощность 1500 ватт.